Олег Валерьевич, пожалуйста, ваш комментарий по матчу. Ну, не понравился первый период, а так во втором сыграли, как нужно было сыграть, в принципе. Ну, вот так, что говорить. Команда молодая, боевитая у соперника. Очень трудно играть, на самом деле, с ней, потому что задорные ребята бегают, авторитетов нет. Так, так, готовимся к следующей игре, спасибо. Спасибо. Сергей Павлович, пожалуйста. Ну, конечно, понятно, что в СКА в прошлом туре как бы не удалось выиграть в основное время, они, скажем, на нас так отыгрались. Ну, команда с мастерами, есть команда с мастерами, ребят, ну, видели их на Кубке мира, ряд игроков, поэтому есть момент, там забиваем. Там забивать. Что мы могли там удивить в первом периоде контратаки, ну, забить, ну, тогда бы счастье было, может быть, на нашем. Во втором, четвером. Да, ну, а когда в четвером, уже и в пятером, вот это третья игра у нас, 5 минут набегаешься в обороне, эмоций не остается, очень тяжело забить потом, играя даже 5-4, все равно это нужны эмоции и исполнение, но, к сожалению, не можем реализовать большинство, но я говорю, что это еще все-таки в обороне затратный хоккей. Оно не так в атаке, когда тебя поддерживают и защитники, и нападающие держат шайбу. Зато посмотрели некоторые, Олег Валерьевич, комбинации, которые будем применять в нашей команде. Спасибо. Сергей Павлович, Владислав Подъепольский сегодня из всех голкиперов был лучше готов к матчу или при выборе вратаря исходили из других каких-то факторов? Ну, в тренерском совете решили дать Владу сыграть, потому что бывает, мало ли, человек хочет поиграть. Ну, у нас в планах так и было, что Влад будет играть. А сильно расстроен? Ну, расстроен, конечно. Парень хочет, понимаете, сейчас, если в прошлом году он бы были с Андреем Кореевым, они играли пополам весь чемпионат, то сейчас два вратаря мы определились, и поэтому Влад не всегда выходит. Ему первая игра была. Я думаю, все впереди еще. Наиграется. Спасибо. Давайте вопрос. Можно вопрос Олегу Валерьевич? Никита Гусев сыграл с Прохоркиным Барабановым в Звене, учитывая, что Сергей Широков на какое-то время выбыл. Доволен ли тем, как действовали в этом Звене? Ну, они неплохо, да, взаимодействовали неплохо. Но у нас есть немножко другое. У нас мы планируем их на Кубок Карелла. Вот это звено?